Всем привет, с вами Колесиков Тучку Зу, и сегодня хочу сказать про кальмар-червя. Короче, это оживляющий кошмар, хотя я его не боюсь. Как вы видите по фотке, это такой нестандартный зверь. Короче, правда, встретиться с этим вам вряд ли удастся. Даже ученые обнаружили это существо только 13 лет назад. А было это рядом с островами Индонезии на глубине 3 километра. Да, видно, сразу видно, глубоководный. Эту тварь сразу не выловили. Выловили только 10 лет назад, в 2010 году. Так вот, тогда выяснили, что это всего лишь червяк длиной 9 сантиметров. Хотя, если посмотреть вот на его внешний вид, 10 сантиметров кажется очень большой, так как у него есть 10 щупалец на роже, которые длиннее его тела. Это все равно, что у вас будет, так сказать, короче, вы потом поймете. Так вот, есть у него еще 25 пар плавничков, что-то вроде ножек-сороконожки, только водные. Думаете? Представляете себе сразу же, как эта тварь пожирает бедных рыбок, а может даже кашалотов, если подумаете, что он 5 метров, а он 9 сантиметров. Но нет. Это чистый некрофаг. Некрофаги, то есть питается глубоководным снегом. А это упавшая на дно падаль. А тогда спрашивается, зачем же ему нужны эти щупальца на роже? Так вот. Во-первых, этими щупальцами он хватает падающий глубоководный снег. Во-вторых, это нужно ему для того, чтобы искать этот глубоководный снег. Дело в том, что это у него что-то вроде носов. Дело в том, что бездна огромная. Вот он и должен чувствовать все вокруг. А для этого он обзавелся 10 носами. А носы у него такие длинные, как я уже сказала, что это все равно, что у вас будет нос с ногу размером. Понимаете? Короче, эти носы ему нужны также для того, чтобы искать самок. Но дальше про размножение неизвестно ничего. Вообще про эту тварь мало что еще известно. Интересные факты они читают в описании к видео. Короче, с вами был Колесиков.зу. Пока.